Всероссийский органный марафон. Идейный вдохновитель и организатор этого уникального по масштабам проекта – заслуженный артист России, профессор Александр Фисейский. В сегодняшнем концерте вместе с Александром Владимировичем будут выступать его воспитанники, студенты Российской академии музыки. Музыкальное приношение Иоганну Себастьяну Баху. Прелюдия соль мажор и хоральная обработка «Aus der Tief ruf ich» исполняет Александр Фисейский. Сейчас на этой сцене видеть всех музыкантов, которые принимали в нем участие. И, конечно, маэстро, мастер всех этих молодых, но уже вполне профессиональных, замечательных музыкантов. Профессор Александр Фисейский.